В рамках торжеств, посвященных Дню науки, прошла церемония награждения победителей молодежного научного конкурса. Цель конкурса – стимулировать научные исследования в различных областях и выявить новое поколение талантливых молодых ученых. Это масштабное мероприятие, ежегодно проводимое по случаю Дня науки. В конкурсе приняли участие молодые специалисты из различных сфер. Жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие ученые страны, тщательно оценило 107 представленных работ и определило победителей. Они получили почетные грамоты и ценные подарки от имени президента Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа Гурбангулы и Бердымухамедова. Мы на сей момент мы сделали, 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 мы на сей момент мы сделали,